Как получать удовольствие? У них, знаете, практика была, как получать удовольствие. Вот. Садились в саду, вот, и вспоминали хорошие события, которые у них в жизни происходили. Копилка памяти. Ну, воспроизводит, это все приятно, хорошее. Тогда вот, а так как было хорошо, а здесь как было хорошо, а там как было прекрасно. Больные пункты угасают. Дефолт-система как бы освобождается от гнусных, вот этих агрессивных, тревожных вот этих всех мыслей. Психическая энергия направляется на что-то созидательное, на что-то интересное. И достигая каких-то результатов в этом созидании, понимаете, Пушкин что напишет, а потом говорит: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын», понимаете? Он достиг чего-то и испытывает радость по поводу собственного созидания.